Жильцы дома номер 2 на Кольцевой улице проводят экскурсию по этажам для начальника территориального управления Клязьмы-Старбеева Сергея Дьячкова. Подъезд и коммуникации требуют ремонта. Окна, вот эти рамы, это вот образца 75-го года выпуска. Есть претензии и к детской площадке, где установлена старая горка. По словам Сергея Дьячкова, этот дом в очереди на капитальный ремонт. Однако начало пандемии сдвинуло сроки работ. Дальнейшие действия мы совместно с управлением ЖКХ, которое занимается работой с управляющими компаниями, посмотрим те вопросы, которые находятся в ведении управляющей компании, обяжем их это выполнить. И посмотрим те вопросы, которые находятся в ведении фонда капитального ремонта. И попросим их перенести срок капитального ремонта, если они какие-то отдаленные. Если это близко, если это, скажем, следующий год, то возьмем на контроль выход на, так скажем, стройплощадку. А вот жильцы дома номер 4 пожаловались на раскопанный участок дороги, который повредили при ремонте теплотрассы. Поэтому асфальту ДСК «Мосэнерго» необходимо завершить работу по подключению копали. Обход территории и встреча с жильцами, на которой химчане могут рассказать о проблемах в их дворе, работники территориального управления проводят 3 раза в неделю. Обратиться с жалобой можно не только во время обхода, но и придя на личный прием. Любой житель может прийти и не только в приемные часы, но и в любое время, когда ему удобно прийти в территориальное управление. И человек всегда примут, выслушает, он может написать заявление по интересующим вопросам, и это будет принято в работу. Обратиться в территориальное управление можно по адресу и телефону, указанных на информационных щитах в каждом дворе.